Доброго всем времени суток, господа. С вами Тони. И вы готовы? Я надеюсь, вы сходили в туалет или куда-то там еще, подготовились к столь приятному ощущению этого страха. Итак, мы проснулись за этим обеденным столом. Эти чудо-юдо рыбакиты ушлёмпали отсюда. Бабулька, по ходу дела, приуснула. Так, и что же нам нужно сделать? Давайте быстро зачекаем, что здесь у нас имеется. Власть штата, так, просит помочь им найти трех мужчин, которые делают все так. Орлеан, Дэвид пропали без вести, пропавший Питер. А, в общем, это речь шла о вот этих вот ребятах, на которых снимали фильм, который снимали. Так, чего-то не хватает. Да, походу, дела не хватает еще одной висюлечки. Что здесь у нас? Ничего. Так, что нам по задачам? По задачам нужно выбраться из дома. Как нам это сделать? Бля, у них и здесь все тухляк какой-то, а? Что такое здесь у вас? Блин, да что такое? Я все время клавиши путаю. О, смотрите, F. А, блин, закрыть. Опачки. Мужчина 30-39 лет, тощий суп гумбо. Она готовила, что ли, из них? Мужчина 20-20, полный гриль. Охренеть. Мясистая жаркое, женщина. Чё, прикалываетесь, что ли? Июль, апрель, март. Ясно все. В общем, они, походу, дело каннибалы. Комната. Можно включить? Нет, нельзя. Так, закрыто. Нам нужно что-то будет найти. Скорее всего, быть может... О, ботинок. Эвелин. Бля, фу, мухи! Так, это... Кстати, друзья, хочу вам сообщить о том, что... Это из прошлой серии подошел звук. И сейчас он присутствует у нас. Да, прошлой серии получилось так, что вместе с рукой мне отрезали гребаный язык. И... О, хорош ты. Пила, так, 24, веревка, 34, ошейник. Что? Блять! Хорош ты стул! Мурашки по телу пошли. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Ладно, давайте выбираться отсюда. Куда нам нужно идти? Давайте пока сюда сходим. Так, что здесь? В смысле? Не понял. А, закрыто, все, я теперь я понял. Темно очень. Очень-очень. Уж темно. Так, походу дело здесь нельзя. Гараж. Вот сюда можно выйти. А, блин, замотано. Который нельзя сорвать рукой. В смысле нельзя сорвать рукой? Да хорош ты. Чё, её только сжечь можно, что ли? Красивая лента. Так. Так, сейчас я сделаю себе погромче. Не, у меня все на полной громкости. Я надеюсь, вам звуки сейчас будет слышно. С микрофоном я чуть-чуть пошурудил и сделал так, чтобы меня было не слишком много. Так, заперто с другой стороны. Попробуем пройти туда. Блять! Тихо! О, валим, бляха-муха. Чё ты не шифтуешь-то? Ждем, пока эта мразь пройдет сюда. Стоим давать вообще. Ты идешь, нет? Идет. Но у нас есть вариант только туда пройти.
Идет, идет, идет. Прячемся. Подальше. Лишь бы он нам не втащил. Так, что у нас? Мы находимся здесь. Здесь заперто, здесь ничего. Бля, мразь. Давайте, валим, 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 валим. Быстрее, быстрее. Фу. Валим. Он меня ищет. Блять. Валим, 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 валим. Ключ. Подобрали ключ. Что такое? Какая-то хуйня. Понимаешь, что я тебя найду? Да, конечно, найдешь ты меня. Хрен ты меня найдешь. Какой-то чувак. Так. Где я? Что теперь мне нужно делать? Так, это что такое? Какая-то хуйня-муть. Закрыто. Так, здесь нельзя это использовать. No way out, you know. Сука. Бля. Он где-то тут ходит, за стенкой. Тихо. Да нахер, валим, 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 валим. Так, быстро, быстро открываем. В смысле, блять? Использовать. Вали, сука, сюда. Давай. Сука, мразь. Блять, пиздец. Да валим, валим, валим. Валим. Да, бля, пиздец. Че, он меня отпустил, что ли? Эта мразь меня отпустила. Так, что здесь? Монета какая-то. Пидор ищет меня. Да ну нахрен. Я, то есть, он... Я успел свалить оттуда. Он надо мной. И что ты хочешь сказать? У меня дверь заперта, я понял. То есть это мое безопасное. Я помню эту дверь. Так, о! Карта. Так, что у меня по карте? Прачечная. Какой-то сундук. Кухня. Заперто. Центральный зал. Выбраться из дома. Это второй этаж, да, по ходу дела? Да. Так. Смотрим, осматриваемся. Фу. Бля, вотина. Охренеть. А, тут что-то лежит у меня. По ходу дела. О, объединить предметы в рюкзаке. Так, рюкзак. Рюкзак, табуляция. Объединить. Вот он получается траву и эпоксид объединяет. И у меня получается есть. Я могу использовать этот бачок. Так, что здесь у нас? О. Какая-то отмычка. Так, у меня получается есть дверь. Ой, я, кстати, руку пришили, походу, дело. Охренеть. Ну, язык, походу, дело, тоже мне пришили. Так, что еще у нас здесь имеется? Это тухляк, все тухляк. Почему так темно? Вчера вроде было посветлее. Все, вроде бы все. Так, засейвимся. Засейвимся, вот. F. Все. Да, засейвились, все, отлично. Теперь нам нужно
телефон. Можно в полицию позвонить? Короткие гудки. Что за ерунда? Так. Здесь. Ни хрена нету. Двери. Я боюсь, что это та дверь, которая была заперта. Блять. Че, прикалываешься, что ли? Беру. Итан, ты Зоя, молодец. Right? Зоя, верно? Какого черта? Молчи и слушай меня, если жить не надоело. Тебе нельзя оставаться в этом доме. Попробуй выбраться через центральный зал. А на запястье у тебя кодекс. Смотри, не потеряй, без него никак. Что за кодекс? Я по привычке прожимаю Z, чтобы посраться из арка. Так, давайте занырнем, попробуем. Через... А, ну у меня, в принципе, есть доступ. Блять, а что такое? Это он поднимается как-то, да? Я бы... Сыкотно. Фу. Я отпер. Насколько я понимаю, центральный зал. Центральный зал здесь. Ну давайте посмотрим, где этот придурок. Открыл. Что есть? Да это аптечка. Хрен ли она нам не нужна? Сейчас этот придурок где-нибудь, блядь, опять вылезет. Бабуля, мать ее, нет. Ничего здесь нет. Хрена вам лысого. Так, проходим. Никого? Что, блядь? Open up. Я здесь. Hey you. Open up. Hey, you gotta help. Помоги, hold on, пожалуйста. Back up. Now. Sir, do you live here? Так, сэр, I mean, is this your property? What? Me? No. All right. Это не мой дом. Now we got several calls about some missing persons lately. Ладно, так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропажах людей. You're not listening. Не понимаете, я свалить There are crazy хочу. People in this house trying to fucking kill me. Пожалуйста. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with them. В этом доме грёбаные психи, они меня хотят. Are you kidding me? Походу, дело что-то отстаёт. We've had several missing persons calls. И, походу, не все в порядке с головой, да? Вы издеваетесь? Слушайте, я уже сказал. У нас недавно пропали несколько человек. I'll tell you whatever you want. Alright. That's more like it. И я могу искренне подозревать чувака вроде тебя. Короче, он не верит мне. You gotta give me your gun. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. You must have lost your mind. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже, там поговорим. Officer. Слишком много. Что-то отстает. Эй, стойте, дайте мне пистолет. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Послушайте, сэр. Да, блядь, что такое-то, а? Ты вы точно кажется, потому что тихо, вам еще больше охота, мой микролог? Короче, бред какой-то. Что происходит, а? Нож мне дает. Перочинный ножик, вы издеваетесь? Так давай, бери. Почему? Бляха-муха, видите что-то с игрой? Под затупка. What am I gonna do with a knife? Ну что тебе делать с ножом? Конечно, эту хуйню срезать. Отлично. Срезал. Давай! Сейчас пиздец будет.
Так, братан. Эй, навалить надо. Сначала ты мне скажешь, что ты делаешь в день посреди ночи. Я? А вы сами. Это моя служба. Так что и моя дурака. Человек тогда спрашивает. Опачки, пиздец. Сука! Фак! Это что такое вообще? Мать вашу. Бля, придурок. Сука! Сука! Не трогай, блядь, меня! Пидор! Не трогай, говёный! Сука! Нож! Сука, как свалить отсюда? Ой, фак! Дерьмо! Ну чё, прикалываешься, что ли? На, мразь, на, на! Да, убью тебя! Убью, мразь, убью, убью! Да что за фигня-то? Спайс, блокирует, я понял. Да что ты? Слышь, блокировщик хрена. Фак! Что он сейчас мне пизделей будет? Что такое произошло? Хорош! Что, ебанули, что ли? Хорош! Что? Что это было сейчас? Так, погнали. One more time. Так, бичес. Я помню, вроде бы... А чё помнить-то? Нет тут патронов, нифига. Патроны здесь есть? Нету. Тут. Что у нас имеется? Под 5 патрон. Одно лекарство. Еще где-нибудь что-нибудь есть? Нет? Здесь ни хрена нету. Здесь. Здесь. Дайте патроны. Патроны нужны. Я надеюсь, здесь никого сейчас не будет. Там вроде бы у нас какая-то хреномуть была. Нет, нет, столика нет, к сожалению. Так, ладно, пойдем. Пойдемте еще раз попробуем. Ствол все равно подберем. Ах, я мог аптечку там что-то замутить. Но это очень жестко там это все делать. Непонятно почему, но идет просадка по FPS. Открываем. Еще раз. Братан, все будет хорошо. No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me. I told you. Try. Пиздец. Hey, put that door back. Put that door back. Да ну нахрен, давай еще. Я не хочу это смотреть. Он просто срезал башню. Да иди в жопу. Да конечно, сейчас ты, блядь, убьешь меня. Размечтался, блядь, придурок.
Где, блядь, ствол? Я по... Насколько я понял, мне придут... Давай! Так... Да что ты мне сказал-то? На, хедшот, книги. Да бля! Давай! Братан, это моя тачка! В смысле? Ты поведешь? Да конечно, сейчас. Так, давайте. Да почему? Не потрачено, братан, не потрачено. Да хорош ты, блин. Я стекаю кровью, я понял тебя. Так. А вот сюда, вот сюда. Блять, да что такое-то? В смысле? Ты опять меня херанул? А, блядь! Да хорош, давай! Бегаем по кругу, бегаем по... Бегаем, бегаем. Так, сейчас будет останавливаться. Не-не-не-не-не-не, ни в коем разе. Да что за хуйня-то, а? Да ну нахрен, да что ты опять погибли что ли? Что, надо выйти что ли получается? Да блин, иди в жопу-то, а? Что за фигня-то? Фух, вот это стрёмно, конечно. Почему дверь за мной закрывается? Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Давайте посмотрим еще раз, как. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. Подальше. Дерьмецо. Ключ, 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 кстати, ключ, ключ. Да иди ты. Ага, вижу. Наверху что такое? Так, давай. В смысле, блин? Я ж попал в такой ублюдок. Давай попробуем поиграть по-другому. Так, а ключи от тачки получаются, да? Блин, да что такое, как ты промазал? Да иди в жопу, бля, придурок! А-ха-ха-ха-ха! Oh, fucking shit! Промазал! Дерьмецо! Почему я не попал? Бля, хамуха! Да это, бля, прицел дебильный. Давай! Опачки! Что такое? Ты не ожидал, что у меня такого? Братан! Давай! На, блевотина, на! Дерьмецо с саном. Давай, давай, давай. Я готов. You? You
Что, не ожидал такого, да, поворота? А еще у меня есть, да-да-да. Подписывайся на ножах. Counter-Strike, мать вашу, Counter-Strike. Nice car. Motherfucking steel. Я пробил, нажимаю. Пробил. Ты не ожидал, да? Давай, давай. О-о-о! Объединить ничего не получится, ничего не получится. Ключ от автомобиля. Походу, тут пиздец начинается, да? Нет, не зайти никуда. Да иди в жопу. А, во-во-во-во. Давай, давай, блядь, пиздец. Я понял, я понял, я понял, я понял. Да ну что, надо ее просто тупо взорвать. Мы ее взорвем сейчас. Ребята, давайте. Это какой-то полный фейл. Просто... жестко. Ключи от тачки есть. Ну, насколько я понимаю, я сюда ни хрена не смогу. Да давай, давай. Стрёмно как, а? Да всё нормально, Исаак, ты пиздец, братан. Хорошо, хорошо. Да, конечно, давай, 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 убей, убей. Братан! Я понял. Смотри, через некоторое время, походу, дело нужно пиздить. Давай, давай, пизди, пизди, пизди. Все нормально. Ой, стрёмно, ребята, стрёмно. Ты готов? Ты готов? Ты готов? Ты готов встретить свою смерть, мразь. Да почему сразу, блядь, попасть не можешь, а? Хлеборезку-то получил, да? Четыре патрона, блядь. Блядь, да хорош! Валим, валим, валим. Вот дело, ему нужно постоянно хлеборезку напикивать. Когда он будет спокоен, просто идти и... Блядь, сука! Я тебя понял. Ну давай пробовать еще раз. Заводись, блядь, сука. Давай! Давай, газ. На, блядина. Орайт, блядь, говнецо. Где ты? Вырубай. Где ты, абразина? Дерьмо, дерьмо! Дерьмо!
А что делают все, блядь, сами? Так, где твои родители? Что происходит? А дальше что? Блин, что нажимать-то, что делать? Апачки! Ну-ка давай, типа, блядь. Пиздец нам. А, блядь, дерьмо! Бля, потрачено, что ли? Живы? Живы, да? Живы, походу, дела. Фух! Так, ну что, братан? Так, выходим. Фух, мать вашу. Где-то нужно найти выход. Гори. Мразь, ты горишь? Это отлично. Сука, он жив, блядь. Да твою же ж мать-то, что твою делать-то, а? Бля, вот бледину-то, а? Сука. Жить! Мразь! Фух. Да что ж так мне так не везет-то, а? Гори, урод! Где я, блядь? Говна кусок. Давай. Поднимайся. Да, хорош уже. Все. Да. Фу. Выход. Вот. Ёпт туда. Давай. Грёбаная, сука, лестница! Патронов-то нет. Нет патрон. Патронов нет. Хорошо. Все, ты сдох, молодец. Ой, мать вашу. Глядите на это. Так. Вернули. Ой, тихо, сердцебиение успокоилось. Так, ну и по итогу что? Ага, статуэтка быка, я понял. Проход, что ли? Я надеюсь, эта мразь не встанет сейчас. Как-то стремновато. Нет, он лежит. Он лежит, я ничего там подбирать не буду. О. Так, где я вообще? Где я и что я? Так, я понял. Все. Давайте пойдем быстренько сохранимся. Сыночка нигде тут нет? Фу, сейф зон. Обалдеть. Да, отлично. Так, по сути дела, нам нужно сейчас дойти до центрального зала. В центральном зале у нас... Мы взяли сейчас быка, насколько я понимаю, и мы можем через центральный зал, видимо, наверх, что ли, поднимемся. Сейчас увидим. Пойдемте. О, перевели дыхание. Отлично, все. Смотрим, что у нас имеется. Травку бы. Объединить. А, вот так вот, все. Я мог еще тогда объединить это все. Монетка для древнего, старая памятная монета. Металлическая, похожа на быка без головы. Так, дверь закрой. Это мое убежище. Так, минус коп получается, да? Вчера вроде не было подлагов, сегодня какие-то подлаги идут. Что, блядь, там такое? А, это штора. Вот он, бык. Вот, вставляем.
Все. Так. Закрой дверь. Так, все, дверь закрыли. Центральный зал. Так, большой. На второй этаж тут проход есть. Смотрим картину. Давайте осмотримся. Так как мы О, давайте. Быстренько. Соорудим. А, у меня больше нет. Опачки. Стреляй в меня, стреляй. Ага. Смотрите. Я тебя видел, мразь. Нет, с этим не. Закрываю. Так. Вентилейшн. Что у нас? Так, телефон. Блядь! Ребят. Ты чего, бабушки, это твой отец? Когда-то был. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится? Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснять. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Потом поговорим. Ни хрен. Я слышал только что что-то справа. Давайте здесь не будет никого сейчас. Я похожу спокойненько. Посмотрю вокруг. Что это такое? Ну нахрен, там какие-то пауки. О! Смотрите, маятник. Часов. Я отключил. Там есть другой маятник. За 2 года пропали без вести 20 человек. Капитан Хауэлл и полиция штата сообщила репортерам о начале поисков Хелен... Сотрудник колледжа из Северной Каролины, который направлялся в Луизиану, после последний раз ее видели 21 числа этого месяца. Последние 2 года росло количество сообщений пропажи людей. За 2 года пропали без вести 20 человек. Капитан, так, в смысле? А, вот так вот. Во-во-во. Большинство пропавших – туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Понятно. Это Алиса Экшфорд. Понятно. Статья просто. Картина подсвечена не просто так. Здесь у нас ничего нет. Давайте приглядимся. Второй этаж. Так, все, я путаю. Так, сделали 3 аптечки. Отличненько. Скорее всего, сюда нужно что-то поставить. А, ну орел здесь нужен. Ты что, прикалываешься, что ли? Я и так вижу, что орел нужен. Открыто достижение, неплохая попытка. Так. Здесь есть ствол. Блин, я боюсь сейчас с бабушкой с какой-нибудь встретиться. Так, что здесь у нас? Вторая монета. Аист, смотрите. А, интересно, я же смогу обратно уйти, да? Ничего же не произойдет. А тут что-то как-то очень стрёмно мне. Давайте посмотрим карту. Здесь вот что-то есть, непонятно что. Пойдемте в гостиную, там, я думаю, маятник. Заодно за сейв сделаем. Блять, какие же тут звуки жесткие. Все, отлично, отлично засейвить. А теперь смело идем. Вообще пофигу.
Ну эти бабушка, она же как бы. Так, давай. Ой, блядь! Опачки, голова белой собаки. Я ее только что превратил в голову белой собаки. Вы видели? Нахрена себе. Только сейчас какая-нибудь абразина придет. Мочим. Мочим в зал. Мурашки догоняют меня. Собака, интересно, получится? Давай собаку попробуем. Собака очень сильно похожа. Нет, собака тоже не подходит. Skyhunter тут, видите, написано. Картина по названию «Охотник в небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх и лает. Нам нужен орел какой-то. Слушайте, а давайте попробуем. Отличная идея. А, ничего я не могу сделать. Понятно. Ну если дверь заперта, значит сюда не надо ходить. Все. У нас есть один вариант. Идти наверх. Либо. Ага. Я понял тебя, ладно. Нужно что-то похоже. Я понял. Надо что-то тебе такое тяжеловатое. Так, дверь. Идем наверх. Потихоньку, помаленьку. Бабуля, привет. Ты же не будешь сейчас? Иди в жопу, бабуля. Давайте пойдем с другой стороны. Бабуля, как. Мне страшно. Мне реально страшно. Вот давайте посмотрим. Здесь, значит, главная спальня и склад. Вот тут вот комната бабушки. Дальше комната отдыха, детская комната. О-о-о-о, тут слишком жестко. Все двери закрыты, все закрыто. Бабуль, сиди там. На жопе ровно. Так, какая-то девушка. Эвелина. 24, так, понятно. Бабуль, ну придется нам с тобой встретиться, да? Стремно очень. Так, друзья, перед походом к бабуле я хочу попрощаться с вами. И ссылочки в описании. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Серия продолжения. Встречи с бабулей. Все. Всем пока. Пока.